А где Бу? Ты вроде простудился? Странно, мне жарко, и я дрожу одновременно. Все болит, и все тело закостенело. Ой, да ты горишь. У тебя температура. Температура? Почему у меня температура? Поедем со мной и посмотрим. О-о-о! Со мной в путешествие! Оригинальная концепция когти. Адаптация Лоренса Диаса и Стефана Карра. Режиссер Жан-Люк Франсуа. Путешествие Адипу. Как устроен человек? Почему у меня поднялась температура? Мы добрались до носа. Да, здесь полно вирусов. Вот именно. Они атакуют слизистую оболочку носа. Но не бойся. Надо знать, что температура и тревожный сигнал, и защитный механизм против этих вирусов. Надо пощекотать в носу, чтобы чихнуть. Тогда вирусам придется уйти. Аште! А этого недостаточно. Вирусов слишком много. Для начала поймаем одного и изучим. Ну, давай! Позволь мне! Аште! Готово! Поймал! Это ты поймал риновирус. Ринорус? Норувис? Носорогус? Риновирус. Вирус, вызывающий обычную простуду. Не будем терять время. Тело должно поднять тревогу. Что же нам делать? Нужно найти лейкоцит. Это как бы полиция тела. Быстро отправляемся в вену. Держись! Вперед! Прибыли. Мы на другой стороне слизистой оболочки носа. Нет ничего, кроме эритроцитов. Вот он, лейкоцит. Лови его, Адипу. Давай сунем вирусов ему под нос. Отлично. Теперь вдави его в стенку вены. А она не порвется? Спокойно, лейкоцит пройдет насквозь и прямо в нос. А что ему там делать в носу? Он определит вирус и поднимет тревогу. О, кажется, он нам что-то сообщает. Именно. Мозг получает информацию и поднимает температуру тела. А при чем тут вирусы? Когда станет жарче, вирусы не смогут быстро размножаться. В то же время станут эффективнее защитные механизмы тела. Вот, мозг послал телу сигнал к разогреву. О, что происходит? Теплая кровь направляется к главным жизненным органам для их защиты. Но тогда почему мне так холодно? Это нормально. Кожа остается холодной, а внутри температура повышается, чтобы бороться с вирусами. Поэтому при повышенной температуре тебе жарко и холодно одновременно. Помощь уже в пути! Ты посмотри на эти лейкоциты! Осторожно! Вирусы преследуют нас! Зато лейкоциты защищают нас от этих вредных вирусов! Это был очень голодный лейкоцит. Рапиток, мне очень жарко. О, нет, уже больше 38. Наш корабль не выдержит такой температуры. Нам пора возвращаться. А когда температура опять понизится? Когда лейкоциты нейтрализуют все вирусы, температура понизится сама. Поедем домой. Пока, маленькие лейкоциты. Тебе следует лечь в постель и отдыхать. Да, пусть лейкоциты продолжают свое дело, а я пойду спать. Ну что, теперь ты знаешь, почему поднимается температура? Конечно! Повышение температуры – сигнал тревоги. Когда вирусы проникают в тело, температура замедляет размножение вирусов и делает лейкоциты более эффективными. Пока! Пока!